Доброго здоровья, уважаемые посетители моего канала. Этот видосик для тех, кому я интересен, кому интересны мои занятия и кто вообще пытается самосовершенствоваться и саморазвиваться. До этого я вам показал и показываю свои и успехи, и то, что мне не удается сделать. Я вам показал до этого как раз месяц своих июльских занятий. 10 тренировок. Это довольно-таки очень много. Что бы я хотел сказать, что вот в начале, когда я начал заниматься, во время самых первых занятий с минимальным каким-то там весом, там, по-моему, не более 500 килограмм, у меня поднималась температура тела, настолько сильно шли процессы перестройки в организме. Вот после, когда где-то килограмм 600-700 стали вот штанга на поясе, ноги отходили дня 2-3. То есть чувствовалось, что они получили огромную нагрузку. Особенно сильно чувствовались трапециевидные мышцы после вот этой вот так называемой тяги. Вот потом, после 2 лет занятий, вот последние, я как-то стал быстрее восстанавливаться и вот решил сделать вот эти вот занятия. Я 10 занятий сделал, то есть, как бы сказать, я, да и вы там некоторые писали, что должна наступить фаза суперкомпенсации, ты там должен отдохнуть, и значит, результат должен подрасти. Вот я как раз 5 суток выждал, отдохнул, все. Но, к сожалению, результат не вырос. Можно даже так сказать, где-то там и откат получился. Ну, прежде чем что-то показать, я еще хочу такую вещь сказать. Это я уже чувствую, как человек, вот практически занимающийся этим делом, что очень важно это твое эмоциональное состояние. А как раз у меня так получилось так, что эмоциональное состояние вот во время этого отдыха несколько поколебалось. Там кое-куда там меня что-то там пригласили, и у меня что-то не получается, и как бы сказать, вот какая-то там пошла такая переписка, не совсем приятная, знаете, вот она как-то у тебя уцепилась, и вот это вот я чувствовал, как знаете, вот эта вот связь порочная, и трудно с ней расстаться. То есть, если вроде сначала захотелось мне это, а потом, да что я там буду там куда-то там ехать, 500 километров туда, там еще что-то, люди незнакомые, 5-10, как-то все это подостыл, а люди так как-то уцепились за это дело, хотя никаких не обещаний, ничего там не было таких-то, можно будет. Вот это как-то вот, знаете, на той тончайшей энергетике, которая вот должна у тебя быть, ты ее там накапливать, там какой-то, как бы сказать, утечка случилась. Я при этом не оправдываюсь перед вами, я просто рассказываю вам, что со мной происходит и так далее. И что я еще хотел бы сказать, вообще занимаясь гравитационной гимнастикой, когда у вас поднимается энергетика от занятий, довольно-таки трудно начинает вообще самого себя контролировать, потому что, грубо говоря, если у вас какая-то имеется в характере вспыльчивость или еще чего-то, можно на этой вспыльчивости заработать очень большие неприятности. То есть там применить рукоприкладство с возросшей энергетикой, это вообще становится довольно-таки страшной и опасной вещью. В первую очередь для вас. И вот эта вот нравственность, она тоже тормозит ваш процесс. То есть
Чтобы получить новые силы, надо перестроиться нравственно в первую очередь. Но пока, как бы сказать, я тут буксую и так далее. Но тем не менее, вот те стишки, которые я вам читаю, песенки. Ветерок играет, солнышко искрится, тучка по небу медленно плывет. Как хорошо мне сейчас живется, и душа от счастья ликует и поет. Это очень дорогое состояние, которого можно добиться, и которое у меня есть. Уже есть. Это огромный плюс. Но вернемся несколько к тренировкам. Итак, я думал, что сделав эти 10 тренировок, я, значит, ну, где-то там прибавлю. При этом, где-то как раз с 1 по 4 августа, вы знаете, я вставал, и такое впечатление, как у меня тело стало абсолютно новое, как огурчик, можно так сказать. А потом потихонечку у пояснички начали там какие-то там, так сказать, изменения быть, накладываться. То есть какая-то пошла стяжечка. И вот сегодня я позанимался и опять-таки наполнил себя энергетикой. Все ушло, полон сил, но при этом опять-таки разные там такие вещи. То машину кто-то не так поставит возле твоего гаража, хочется не то что треснуть, но причем приезжает, скорее всего, один и тот же человек, невменяемый. Вот. То есть по мере роста вашей энергетики у вас будет появляться все больше и больше соблазнов, которые проверяют вашу нравственность, насколько вы созрели, сколько вам дать, тонну вам поднять хватит. Или 2 тонны вы можете осилить и как-то все это нормально все это выдержать. При этом, конечно, идет перестройка тела. Перестройка не просто там мышц, связок, а вот именно и внутренности, лимфатической системы в том числе. Там. Это очень интересный вообще процесс, который я вам рассказываю. Но вернемся, как говорится, к нашим баранам. Вот 1 августа. Итак, я там думал, что что-то там такое покажу для себя, а нет. То есть я не смог сохранить тот потенциал. Где-то эмоционально я там пылил. То есть вот эти все, где-то я там потратил там на излишние, так сказать, вещи интимного порядка, так сказать. Вот 700 килограмм я поднял нормальненько. Так, ну-ка. Вот она пошла. Опа! 700. Все как-то хорошо. Думаю, ну, попру дальше. Поставил 750. И, как вы сейчас заметите, и ничего особо похожего нету. Так, колыхнул. Но тем не менее, напряжение было. Итак, смотрим. 750. Вот я что-то это. Так, колыхнулось вес. Хотя, если бы там немножечко лечь, чуть по-другому. То есть, вот во всех этих упражнениях, здесь уже, знаете, как говорится, с точностью до миллиметра надо все это делать. Что-то действительно подкладывать, что-то там еще такое, чтобы вы вот проявляли максимальное усилие. Потому что если чуть ниже будет, вот у вас амплитуда чуть больше, вы уже не сдвинете. Вы можете сдвинуть действительно где-то вот на амплитуде в сантиметрах всего лишь навсего в 2-3. А если в четвертой будет, все, вы не сдвинете. Короче, я на этом весе и закончил. Поставил 200 килограммчиков. И на 2 разика продавил так, с чувством, с толком. И 2 подходика сделал, решил закончить. И вот, наконец-таки, настала вот эта вот тяга.
Ну, 700 килограмм. Обычно я даже начинаю с 800 килограмм. А тут как-то почувствовал, что с 750 у меня ничего не вышло. Дожим ногами. Я думаю, ну, не будем. Начну там 700 потихонечку работать и так далее. Ну, вот. 700 килограмм. Без всякого якого затруднения. Легко и просто. Все это. Как бы сказать, ну... Думаю, и дальше я пойду. Не стал я спешить. Подвесил на 80 килограмм больше. И так же легко и просто. Раз, два и три. Уперся. Все вроде хорошо. Вроде бы как-то. Поставил больше еще на 80 килограмм. 860. Также вес пошел нормально, вполне нормально. Я бы не сказал, что что-то. Это практически 900. Вот. Но думаю, и дальше так же будет. Еще вешаю 80 килограмм. Итого получается 940. И вот тут-то, и тут-то наступает облом. То есть я помню, как я после 800 сразу ставил тонну, подымал, а тут я ее колыхнул. Ну что это такое? Второй раз тоже ничего. Ну и третий раз. Как говорится, вот, вот, именно на. Именно не мышцы поднимают, а вот это вот волевое усилие самого тонкого, можно так сказать, тонкой энергетики, вот оно позволяет вот это все делать. Если вы не настроились, либо же его вот так вот разбазарили до этого, толком не будет. Но тем не менее, что подзарядиться, я подзарядился. Тягу 360 килограммов сделать. Тяга, ну нормально, я с 400 начинаю, 360 это так, вроде как ерунда. Так, 400 и поставил вот 440, дальше я не стал. 440 раз, можно было еще больше, но вот тут-то я думаю, а может дать разбег организму. А именно, вот это занятие, так сказать, средненькое. Дня через три, именно через три, я сделаю еще одно занятие, там, побольше. И при этом, вот, опять-таки, надо учитывать вот все вот эти свои промахи. И в плане эмоциональном, и в плане, значит, окружающим тебя, чтоб... Чтоб ты понимал, с чем ты работаешь, могут ли тебе доверить. Вот 360 кил, нормально. Дальше я не стал делать, хотя 360 вот сразу я сделал на два раза. Но вот этих занятий оказалось достаточно, что произошло. Вот это вот энергонасыщение организма. То есть удивительная вещь. Я с вами стараюсь быть предельно откровенным. Показываю и положительные достижения, и свои неположительные достижения, которые случаются. Но тем не менее идет рост. И если интересно, вот посмотреть теперь с позиции времени бы посмотреть. То есть, а сколько килограммов я поднимал, вот давайте сейчас мы с вами как раз и посмотрим, сколько килограммов в это время я поднимал 2 года назад, когда начал заниматься. Все ходы у меня записаны, все занятия у меня записаны, и есть чем сравнить, есть что проанализировать. Как дело вообще растет, потому что надо смотреть
такие большие промежутки, которые показывают, на месте вы топчетесь, или у вас идет рост. 480 килограмм, как вы видите. Первого августа 2020 года, то есть 2 года назад, я поднимаю 480 килограмм. Это для меня большое достижение. Я поднимаю 170 килограмм в жиме лежа. Так, штанга на поясе. 260. Опа! 280 килограмм. Нет! Вот они, мои достижения на 1 августа 2020 года. Теперь посмотрим на 21 год, август. Вот она. А вот еще попыточка. Раз, 600 килограмм все-таки есть, выдавил. Опа, 600 килограмм. Дожим лежа, 180 дожимаем. Это было год назад, в это время. Так, 620, 720, 700. Смотрите, я как набычился. Это иду на какой-то рекорд. 750. Опа, есть 750. Ага, есть. Ух ты, на 3 раза. Ух ты, даже на 4, нет, на 3 раза. 750. Но на этом не кончается подвиг силы. Вот это я дал. И все-таки это сделал. 750 на 5 раз. 360 уже килогерц. Опа, есть. 400. Посмотрим. 400 кил. Ап, есть. Осилил таки. 400 на 2. 340. Раз. Ну что сказать. В целом, вы все видели сами. От года к году прогресс, конечно, довольно-таки ощутимый. Конечно, хотелось бы все это дело быстрее, но вся, так сказать, штуковина состоит в том, чтобы вы могли схватить подъем тяжести не мышцами напрягаться, а вот именно вот это какое-то, я даже не могу выразиться, образно волевое усилие с верой в то, что вы поднимаете. Вот этому очень трудно научиться. И поэтому я делаю гораздо более часто занимаюсь, для того, чтобы вот это схватить. Где-то мне удается, где-то мне не удается. Но я стараюсь. То есть вот я вам показал свои, так сказать, успехи на, ну, на 6 августа. Что у меня получилось, так сказать, по годам. Что после моих занятий. Вроде позанимался. Не чувствую, я уже отдохнул. То есть энергетика вливается, что очень интересно. Очень интересный феномен. Ну, как говорится, поживем, увидим, занимаемся дальше. Вот это, что я вам показал, это только для людей, действительно желающих идти по пути самосовершенства. Это всего лишь навсего один из путей. Таких путей достаточно много. И каждый из них имеет свои особенности. Я сейчас нахожусь вот на этом. Доброго вам здоровья. Ну,
Продолжение следует не так быстро, как хотелось, но посмотрим, что я покажу на свои 68 лет. Это будет 20 сентября. До побачення!